Александр, почему надо всем так грубить? Потому что я не люблю, когда кто-то лезет к моей девушке. А меня вот очень интересует вопрос, кстати. Кто тебе сказал, что я твоя девушка? Сделал логичные выводы из всего, что происходит между нами. Я ошибался? Постой, не отвечай. Я хочу слышать твой ответ. Когда буду адекватен? Я очень устал за последнее время. Агата, я очень хочу обсудить с тобой тонну всяких вещей. Но завтра. Сегодня спать, хорошо, Лила Каттон? Тогда доброй ночи, котенок.